Ну вот мы движемся, продолжаем нашу поездку по Швеции. До парома первого, который нас перевезет в Данию, осталось 190 километров. Пошла легкая пурга, настоящая зимняя дорога, белый снег, несущиеся автомобили. Скорость, как я уже говорил, здесь ограничена до 110 км в час. В общем-то, это разумно. Дороги достаточно заснеженные, видимость ограничена. Мы стараемся тоже не нарушать и двигаться с этой же скоростью вперед. Впереди Хельсингборг. Посадка на паром и переезд в Данию. Оставайтесь с нами. Фотодороги.ру.